Встреча за бронзу. За что мне? За Макса Багина. Вот, все началось. Макс, соберись. Играй давай мне это, не расслабляйся. Ну, Петька как во дворе играет еще в последнюю встречу. Поговорить ему там. А это он специально соберет. Да, он Макса расслабляет. Это все с подарками меня подвела. Все, давай, давай, Макс, бороться. Макс, проигрывай. Вы так как полифетово выиграли. Я так понял. Только так. 4-8. Не люблю. 5-8. Ты сейчас заберешь. Давай. Сейчас. Куда у тебя подставка слева делается? Вообще, да? Не почему он не может подставку слева? Знаешь, вот это вот. Потом он подрезку делает. Вот такую. Вот. Раньше умел. Только так. Это за 3-4. Финал уже. 6. Конечно. На все выигрывают. И не раз. Полин, ты же тоже подросток в последний период. Ну, я в них не знаю. Еда. Ой-ой-ой! Понятно? 10-8. У нас все хорошо. Сейчас самая сильная команда вот за эти 15 лет в университете. Ну, если так-то разобраться. Ну да, да, ты мурка. Ну и Санька тоже, кстати. Бросил. Он, видишь, еще барбреска, или как это называется, бодибилдинг. Это теннис. А там, например, Кантара один. Ваня. Да, вот еще за третье. Не выручка. Не, ну. Так он сейчас снимается. Не выручка. Тимурка, он снимается, если он туда. Если за первое не играешь, то все. Да. Вершинец. Давай, давай, Федор. Не подкрался.
Сдаваться, Федор. Я уже выиграл. Он уже сдался. Я 4. Ты уже приз получила, выиграл. Не бери ручки, и все. Все решится. Макс? Макс, давай, все. Да и нет. Вот и все, не бери. 4-7. Я прошу внимания. Да я уже понял. Чтоб не плакал. Это, да мне. Я доборол. Добил. Даже несмотря на то, что Полина не за меня болела. Я вообще за тебя болела. Так, давайте я. Исключительно на коллеге. Да. Что самое главное. Стоять.